Итак, ребята, всем привет. Сегодня у нас такой жаркий-жаркий денечек. И вы знаете, я просто хочу вместе с вами немножко покататься. Ну, пообщаться, покататься на велосипеде. Вы со мной, я с вами. Так, число у нас сегодня, вот, число. Фиг его знает, какое число, не помню. Ни число, ни времени, у меня с этим всегда проблем, поэтому часы я вообще не ношу. За ними не слежу, их не наблюдаю. Ну, знаю одно, сегодня, по крайней мере, день недели, у нас сегодня четверг, месяц июнь, время где-то 12, может быть, пол первого дня. Самый разгар обеденный, что-то шумит, какие-то трубы здесь, где-то бензопила, нет, точнее, не бензопила, а триммер косит траву. Ну и так, немножечко с вами с ветерком мы проедемся по интересным местам и не очень интересным покатаемся, если вы не против. Вот смотрите, интересный такой момент. Мне вот больше всего нравится снимать видео в хороший солнечный денечек, вы знаете, чтобы картинка была такая солнечная, радостная. Сами понимаете, когда тенечек, когда пасмурно, это все не так круто смотрится. Хочется тепла какого-то, позитива и солнечного летнего настроения. Автобусы проезжают, машины некоторые. Ну и мы с вами немножечко катаемся, ребят. Так, сейчас я давайте камеру переведу вперед куда-нибудь. Вот так. И мы с вами посмотрим просто на такой небольшой обзорчик впереди меня. Качусь, видите, я кручу педали. Кстати, я так обожаю кататься на велосипедах. Вот когда я жил в Голландии, у меня было там два велосипеда. Ну, они были как бы мои, в моем распоряжении, но я их не покупал. Они мне достались именно от работы, на которой я работал там на заводе, на одном голландском, по производству бумаги, картона. Завод был голландский, но купили его русские, поэтому я там и оказался. Взяли меня туда на работу, и там я и работал. И вот у меня был такой график интересной работы. День работаю, день отдыхаю. День работаю, день отдыхаю. И, конечно, в тот день, когда я отдыхал, я мог просто сесть на велосипед и поехать кататься где угодно, чем я и благополучно занимался. Ездил я, конечно, там, ну, во-первых, по Голландии, по близлежащим городам и деревенькам. Видео очень много. Вы посмотрите у меня это все не в обзоре, даже не в описании к видео, а в конце видео я, как всегда, добавлю ссылочки на три видеоролика, допустим, из Голландии. Можете выбрать любое, посмотреть по желанию. И так вот я любил кататься там на велосипеде. Каждый свободный день я ехал в магазин, закупался еды, ну, потому что надо было хоть что-то кушать, ну, как нам всем людям. А после этого я просто садился на велик и уже объезжал все близлежащие города, деревни, достопримечательности. И, кстати, я жил недалеко от немецкой границы. Там около 15 километров было у меня до Германии. Ближайший город был город Клеве. Клеве — немецкий город такой на реке Рейн. Он рядышком с рекой Рейн находится. И вот в этом городе Клеве я бывал много раз и сравнивал заодно Германию с Голландией, допустим. Ну, конечно, Голландия. Сейчас, секунду, проеду. Ну, конечно, Голландия мне всегда нравилась намного больше. Это вообще моя самая любимая страна в мире. Красивее нее для меня не существует. И вот так я катался на велосипеде и начинал снимать свои видеоролики.
который вы сейчас продолжаете смотреть, но начиналось все именно оттуда, из моей любимой Голландии. Сейчас я вам просто покажу место, где я нахожусь в России. Сейчас у меня уже немножко другая жизнь, как вы знаете, уже я постоянно нахожусь в одном и том же почти месте. Очень редко куда выезжаю, хотя хочется, конечно, попутешествовать, еще объездить весь мир. Люблю я эти дела, люблю путешествия. Как большинство людей, в принципе, это нормальное увлечение для любых разумных людей. И вот таким образом происходила моя жизнь. В принципе, все то же самое мы сейчас с вами прямо и сделали. Мы прокатились на велосипеде немножко, посмотрели небольшие такие вот окрестности. Разница только в том, что для меня здесь, в России, все родное и знакомое. Конечно, когда я жил в Голландии, допустим, там я получал такое удовольствие от того, что я видел первый раз своими глазами. То есть, если увидеть, конечно, первый раз, это вызывает такие эмоции, ажиотаж. Все-таки это очень интересные новые картинки, тем более там намного красивее, чем в России. Все очень аккуратные, красивые дома, нет электропроводов, которые висят у нас на столбах. Нет рекламных баннеров. Всего пластика тоже у них нет, окна у них там из чистого дерева сделаны. Очень много моментов, которые лучше, чем у нас. Там велодорожки всякие, очень асфальт без ям, красивые парки, но очень хорошо. И вот там, таким образом, я потихонечку начал снимать видео. И как-то вот эту всю историю я полюбил. Вначале я это снимал просто для себя. Думал, приеду из Голландии, потом оставлю видео для дома. И решил для себя такой, думаю, ну а зачем же мне оставлять дома, если можно просто-напросто взять и сохранять, допустим, в YouTube. Пусть люди смотрят, может, кому-то интересно будет узнать о тех местах, о тех странах. Именно со стороны не таких известных и богатых людей, которые там постоянно посещают какие-то супер-гостиницы, супер-отели, события, шоу, а просто со стороны обычного человека, который попал, можно сказать, туда случайно. И вот так я создал свой канал, ребят. Здесь у меня вот в таком режиме, с таким энтузиазмом, допустим, на велосипеде, в России, по крайней мере, кататься у меня не получается, потому что здесь у меня нет эффекта неожиданности. Когда все-таки находишься где-то там далеко за границей, вообще в новых местах, сейчас перехвачусь, то все-таки получаешь больше вот этих эмоций и интереса. Вот когда даже я первый раз оказался во Франции, в Париже, для меня этот город прям стал самым красивым городом на Земле. Когда я побывал в нем первый раз, посмотрел все достопримечательности, Эйфелеву башню, Лувр, Нотр-Дам-де-Пари. А потом я попал в Париж еще ровно через год. И когда я там оказался уже ровно через год, то у меня совершенно такой прям супер интерес пропал. И я уже перестал считать вот этот город наш, Париж, Франция, самым красивым городом на Земле. И опять вернулся к своей точке зрения, что красивее Голландии вот у меня не существует. Ну и там некоторых городов, да там все, многие, почти все города очень красивые, интересные. Сейчас вот опять нахожусь в этой обстановке российской, с вами катаюсь. Ветерочек начал дуть. Не знаю, как там со слышимостью. Надеюсь, вы меня слышите. Сейчас мы это видео, наверное, будем заканчивать. Моя такая прогулка на велосипеде небольшая будет заканчиваться. Покажу вам храм. Сейчас я тормозну секунду. Вот смотрите, впереди меня. Вон, видите, храм такой красивый стоит. Очень классный. Ну, современный, правда. Смотрите, ребят, смысл в чем? Я вот сейчас, кстати, снял вот этот ролик на свою новую видеокамеру SG-CAM SG8 Pro. Хочу попробовать вот ее режим, ее формат, посмотреть, как получится видеоролик. Не на свою старую камеру Panasonic, на которую я всегда снимаю, а на эту. Вот мы с вами, давайте все вместе посмотрим этот видеоролик и заодно скажем свое впечатление. Там
там, о картинке, там, о звуке, как вот все это выглядит, цветно, не цветно, как красиво, некрасиво расширять. Или все-таки вот старая моя видеокамера снимала получше. Очень хочу еще от вас такую небольшую оценочку получить. Так, ребят, всем желаю удачи, добра, позитива, шоу наше продолжается. Сегодня небольшая такая прогулка на велосипеде. Поехали и пока!